Скажите, меня слышно? Раз, два, три, меня слышно? Слышно замечательно, да. Всех приветствую, очень рада вас всех видеть. Скоро уже у нас выходные, да, конец недели, и все в таком уже хорошем настроении, все готовы к отдыху. Ну, а мы с вами, с многими из вас собираемся в круиз. Вот лично я выезжаю через 20 дней. А уже мы летим в Афины на шикарном, потрясающем лайнере, который только что сошел на воду 31 марта. И этот лайнер у нас называется Majestic Princess. Ну, в общем, действительно, ждет сказочное путешествие, сказочный, совершенно сказочный корабль. И мы все в предвкушении того, что около 100 или более 100, не знаю, но в этих где-то пределах человек мы встретимся с президентом, встретимся друг с другом, мы познакомимся, это фантастика. И еще не вечер, потому что мы еще продолжаем приобретать нашим партнерам круиз в Грецию. Вот сегодня у нас купили три человека, значит, круиз, мы очень рады, сейчас будем готовить им, помогать документы для того, чтобы они визу делали. Вот мой совет вам, друзья мои, если кто собирается сейчас только что делать визу, сейчас можно подать, во всяком случае про Грецию точно знаю, про другие не знаю страны, а подать и попросить на 3 года. То есть вы просите, дадут, не дадут, это уже второй вопрос, главное попросить. Мы вот не знали, что полгода назад, когда мы собирались в октябре, что мы тоже могли попросить там на год, на 2, может быть даже на 3, хотя может быть Испания дает только на полгода, не знаю. Во всяком случае про Грецию вот такая информация есть, что можно попросить на 3 года. Я попросила, мы тоже попросили вот на 3 года, не все правда знали про это. Ну, вот то, что нас ждет, это здорово, и, конечно, все это благодаря нашему круизному клубу, который мы просто обожаем. Обожаем, потому что он круто изменил нашу жизнь, абсолютно. А год назад я познакомилась с этим удивительным клубом, и тогда не было еще ни одного лайнера, ни одного путешествия. Никто еще в мире из участников данного клуба не путешествовал именно вот именно от этого клуба. Конечно, у нас были какие-то волнения, но мы понимали, что те люди, которые это организовали, те люди, которые стоят за таким прекрасным бизнесом, просто не в состоянии, просто не смогут обмануть, потому что их имена настолько громкие, настолько звучные, настолько известные, что ну просто как бы этого просто быть не может. И мы поверили, пошли за ними, правильно сделали, да, как показывает практика, что мы не ошиблись, мы действительно правильный выбор сделали, мы пошли за той компанией, которая сейчас набирает колоссальные обороты, к нам присоединяются лучшие из лучших, и в самом начале мы говорили, что наши самые главные лидеры еще не пришли в эту компанию. Вот они только-только начинают к нам приходить, да? И мы их уже многих знаем с вами. Действительно, наши звездочки, которые приходят и за месяц делают потрясающие результаты. Ну, могу даже назвать фамилии: Наталья Жердева, Любочка Ефремова. Это действительно, ну, действительно результаты просто шокирующие. Мы вас поздравляем, у нас таких результатов не было. Лично я добиралась до своего бесплатного членства целых 2 месяца. А вы смогли за месяц сделать уже маркетинг-менеджеров, я думаю, что не за горами уже и директора. Вот. Так что пожелаем вам действительно продолжать в том же духе. Самое главное вот этот запал не потерять. То есть, да, когда человек входит, у него столько энергии, его действительно накрывает. Вся эта информация, он прет как танк, потом немножко останавливается. Вот нельзя останавливаться, нужно постоянно продолжать в том же духе. Как сказал нам Франк Одина, что сколько он не встречал миллионеров, именно долларов миллионеров, да, в компаниях мультилевел маркетинга, у этих людей по 100 человек минимум в первой линии. Поэтому не опускаем руки. Да, я понимаю, что очень сложно сейчас набирать первую линию. Мне даже страшно уже, когда вот как бы человек собирается зайти в бизнес, мне уже как бы страшно, что у меня не хватит на него столько времени, не будет просто, ну, невозможно уделять. И, к сожалению, вот, как бы, вот такой момент. Поэтому
Поэтому пока вы еще только один, пока у вас есть возможность набрать большую, огромную ширину, занимайтесь именно этим. Потом, когда будет команда, вам будет это сложнее сделать. Будут какие-то вопросы, которые необходимо просто решать, да, но которые не дадут вам уже физически находить людей, искать, там, разговаривать. У вас просто на это не будет времени. Поэтому пока есть возможность, перелопатьте все свои скайпы, все свои контакты, все свои записные книги, книжки, и телефоны и так далее, отработайте всех, ну вот, к сожалению, это сложно сделать, но во всяком случае стремиться к этому нужно. Итак, наш круизный клуб распахнул двери в 2016 году, и это действительно первый международный круизный клуб, такого никогда не было. Когда я зашла в этот клуб, я никогда не думала о том, что 25 миллионов пассажиров уже путешествуют в год на лайнерах. Я думала, что это за всю историю круизных путешествий. Нет, друзья мои, это за год 25 миллионов. Представляете, сколько людей, огромное количество. Нам просто нужно с вами их найти и рассказать о том, что можно путешествовать абсолютно бесплатно. Вот такая возможность у нас есть, и сейчас буду делиться с вами этой возможностью. Почему бесплатно, почему это правда, почему это не сказки, и что же для этого нужно сделать. И могу сказать, что больше 10%, может быть, процентов 15, наверное, из наших партнеров, это те люди, которые уже имеют бесплатное членство, то есть бесплатные круизы. Они обеспечили себя именно долгие на долгие годы. Вот такая фантастическая компания, такой фантастический клуб. Самая, наверное, очень важная деталь – это то, что мы являемся членом Международной круизной ассоциации КЛИА, так называется, ассоциация круизных линий, и вот наш номер регистрационный, и работаем мы с самыми известными круизными линиями, действительно, это Royal Caribbean, MSC, я вам сейчас показывала лайнер как раз MSC, Carnival, Norwegian, Celebrity, Принцесс, на который мы собираемся. Я помню, когда я начинала рассказывать об этом, как не получалось выговорить у меня вот эти сложные слова. Теперь, после того, как ты уже побывал на этих лайнерах, они уже частичка твоего дома, ты уже мечтаешь вернуться туда, и, конечно, эти слова уже произносятся довольно-таки от зубов отскакивают, можно сказать. Теперь самое главное, наверное. Конечно, самый главный человек – это президент компании. Без него не было бы этого клуба. Это его идея, это его разработки, это год-два там жизни, да, положено на то, чтобы это все воплотить и дать миру вот такую потрясающую бизнес-модель. Майкл Хатчетсон, человек, который в 87-94 году работал именно вот с Тони Робинсом, был вице-президентом по международным продажам, и имя Тони Робинса, возможно, мы с вами знаем, потому что у него работал Майкл. Это удивительный человек, во-первых, удивительный в том, что он очень простой. Могу рассказать, как он отдыхает. Когда он приезжает в какой-то город или в какую-то страну, а лайнеры каждый день приходят в какой-либо новый город или в новую страну, то он берет велосипед на прокат, вот, и значит, вот таким образом изучает остров, город, то есть, ну, вот такой вот миллионер, да. Значит, для нас это может быть странно, а для него это как раз вот самый-самый лучший способ познакомиться с городом, с людьми, там, с его бытом, ну и так далее, да. А кроме того, Майкл вел 5 лет передачи на телевидении, это было онлайн-телевидение, и приглашал очень известных людей, бизнесменов, бизнес-тренеров, и как раз вот помогал другим людям, да, которые смотрели его передачу, в том, чтобы наконец-то что-то сделать в этой жизни, как-то преуспеть, перестать бегать по кругу, да, то есть от зарплаты до зарплаты, каким-то образом все-таки оглянуться на то, что годы ушли безвозвратно, и что-то надо делать, иначе можно опоздать. И вот действительно, я думаю, что сам он пришел к выводу, что вот ему сейчас, там, по-моему, 55 лет Майку, 56 будет в июне, вот, сам пришел к выводу, что действительно нужно что-то такое грандиозное организовать для людей, чтобы войти в историю, чтобы люди его знали, запомнили, чтобы люди были довольны, да, тем, что он создал. И вот он создал этот грандиозный клуб, собрал потрясающую команду суперпрофессионалов. Вы их видите как раз на картинке, не буду рассказывать, могу только сказать, что Франк один из наших основных инвесторов,
финансовый директор, человек, который поддержал Майкла и который с нами был на круизах, так же, как и Майкл, на двух, причем Франк был со своими маленькими детьми, начиная там, по-моему, 4, 3, 2, даже меньше, по-моему, младшему, да, то есть, ну, действительно, человек показывает своим примером, что он обожает этот продукт, а не просто его сделал для того, чтобы зарабатывать деньги, вот, и дети с малолетства, да, осенью мы ездили, малышки, по-моему, вообще месяцев 8 было, а дети с малолетства с ним в путешествиях, да, и, как бы, то, что человек любит сам, то он и дает другим. И вот фраза из книги Тони Робинса «Майкл Хатчетсон постоянно держится на высоком уровне, я чувствую себя счастливым благодаря нашим отношениям». Майкл действительно умеет и дружить, и сохранять вот отношения, то есть он с нами общается как обычный человек, как друг, и мы его так воспринимаем. Это вообще здорово, это настолько ценно и настолько редко, что все сходятся к мысли, да, о том, что такого они нигде никогда не встречали, чтобы вот так вот мы могли напрямую обратиться к президенту и задать какой-то вопрос срочный, чтобы он срочно помог там какую-то ситуацию разрулить. Ну, в общем, действительно, это очень-очень ценно, и мы это ценим и понимаем. И стараемся его беречь все-таки, не по каждому поводу, да. А теперь по поводу приложения. У нас существует приложение на телефоне «Поиск круизов для вас в одном месте». И, конечно, оно сейчас будет развиваться. И я думаю, что достигнем того уровня, как Uber и Airbnb. Uber, вы знаете, это заказ такси по телефону. Стоит на бирже 50 миллиардов долларов. Это всего лишь заказ такси по телефону. Эта компания не имеет ни одной машины, хотя занимается перевозками, да, пассажиров. Вот, поэтому главное, конечно, это клиенты. То есть именно клиенты говорят или обозначают стоимость той или иной компании. Поэтому наша цель с вами привести как можно больше клиентов, чтобы наш уровень был действительно настолько высокий, и мы могли стоять вот в этом ряду, да, как Airbnb, Uber и так далее. Теперь по поводу того, откуда же наши лайнеры отправляются. Многие задают вопросы, странные немножечко для нас, а что нам до места, откуда отправляется лайнер, нужно добираться. Вот. Я думаю, что они, когда задают, уже сами понимают, какой ответ на это будет. Да? Естественно, отвечаем мы, а если вы едете на теплоходе по Волге, то как-то до теплохода вы тоже каким-то образом добираетесь. Если вы собираетесь поселиться в гостинице в Париже или в Барселоне или еще где-то, да, то вы тоже как-то до гостиницы этой добираетесь. Поэтому это плавучая гостиница. Можете вот так вот называть ее. Это шикарный пятизвездочный отель на воде, который вас еще и доставляет из одного города в другой. В этом отеле есть то, чего нет в обычном отеле. Там масса развлечений. То, что вы можете посещать действительно разные города, разные страны, это настолько наполняет вас новыми впечатлениями. За 7 дней вы увидите 7 городов, 7 стран, вы приезжаете абсолютно другим человеком. Вы, ну, как сказать, ваша жизнь круто меняется, потому что вы начинаете сравнивать, да, ничто так не познается, как именно сравнение. То есть, возвращаясь, вы понимаете, что можно улучшить здесь, да, если вы любите свой город, свою страну, то вы это очень четко понимаете, что вам нужно поменять в этой жизни. Может быть, квартиру вам нужно поменять, может быть, круг окружающих вас друзей, да, сменить, может быть, еще что-то, заведение, в которое вы ходите, школу, может быть, детям поменять и так далее. То есть, действительно, вы переоцениваете все, и как бы реально ваша жизнь меняется. Как изменилась она у меня, это не слова, это действительно факты, но не буду о них рассказывать, кому будет интересно, кто станет уже нашим партнером или членом клуба, я думаю, что вы, конечно, узнаете, и мы с вами очень близко познакомимся. Итак, наша фантастическая база, свыше 5500 вариантов, это Global Dream круизы, это действительно практически все мировые круизы. Любой круиз, от любой круизной линии, на любом корабле, в любое направление, в любое время, куда вы хотите, когда вы хотите, с кем вы хотите и так далее, и так далее, и так далее. Это фантастика. Мы этого ждали на протяжении целого года, и с 1 апреля это свершилось, мы получили эту базу, и мы очень довольны, потому что мы теперь знаем, что мы поможем любому человеку найти тот круиз, который ему точно ему понравится, и по цене, и по, как бы, месту, куда он хочет поехать.
Теперь о самом главном. Уникальное членское предложение. Да? Оно заключается в том, что вы как член клуба, являясь членом клуба, оплачиваете $100 в месяц и получаете вместо $100 200 круизных. Это фантастика, потому что ваш счет становится в два раза больше, да, ну, в цифровом значении. Единственное, превращается в круизные доллары. Эти доллары вы не можете на что-то другое потратить, там, вывести их или еще что-то. Вы их тратите на круиз. Поэтому изначально вы должны понимать, что вы сюда пришли для того, чтобы путешествовать на наших круизных лайнерах. Кто еще боится, опасается, поверьте, мы были точно такими же. Вспомните себя, когда вы садились на первый самолет. Страшно было? Я абсолютно уверена, страшно. Кто много летает, тот вообще не замечает, что он в самолет садится. Да? Он просто как, ну, как не обращая внимания, да, что это самолет, абсолютно все стирается, все грани, границы. И когда вы путешествуете, большое количество стран посещаете, это тоже все стирается. Языки, люди, где все смешивается и все понимает, что, в общем-то, мы настолько близки друг к другу, что нет вообще никаких границ. Не случайно, да, все-таки страны открывают и открывают границы, ужесточают контроль, это понятно. А все эти отпечатки наши, это очень здорово. Вот. Но, во всяком случае, я думаю, что все это будет развиваться, да, потому что это деньги, это очень хорошие деньги от туризма, и как бы страны это понимают. Я думаю, что это то направление, которое вообще спасет мир, да, и действительно многие державы, многие города как бы стремятся, многие маленькие страны, вот у меня, например, есть знакомый в Грузии, говорит, что сейчас просто на улице, на центральной, просто в каждом, я не знаю, на каждом пятачке уже туристическое агентство, то есть там действительно есть что смотреть и есть что показать, и это очень хорошие деньги, вот это вот индустрия. Теперь смотрите, у нас есть несколько вариантов, да, один у нас есть просто Dream Cruise, он называется у нас Stimul Dream Cruise теперь. Почему? Да потому что мы теперь с вами можем в эти круизы поехать абсолютно бесплатно, потому что эти круизы мотивируют нас, чтобы нам туда поехать, чтобы нам лучше работать, чтобы нам больше зарабатывать деньги. И вот сейчас вы видите, ну, несколько круизов, здесь не все, до конца года зайдите, посмотрите, вы их увидите, как только зарегистрируетесь по нашей ссылочке, которую вам дадут на нашем сайте, и вы увидите там штук, наверное, 10-15 круизов, которые вам будут доступны, и этими круизами компания будет вас просто награждать бесплатно. Помимо того, что вы сможете купить их намного дешевле, значит, вы сможете вот эти круизы просто получить в подарок. Итак, что же это за стимул? Долго мы разгадывали акцию компании, наконец-то пришли к единому мнению, что все партнеры, которые подключились до 1 апреля, которые подключились после 1 апреля, которые подключатся буквально в любое время, вот на протяжении этих двух месяцев, могут получить круиз бесплатным. Что же им нужно для этого сделать? Они, любой может участвовать, и первое условие – нужно пригласить либо от 7 до 13 новых членов-партнеров в апреле и мае, это первый вариант, да, и достичь ранга маркетинг-менеджера. И тогда вы до 1 сентября достигаете ранг маркетинг-менеджера, и тогда вы получаете возможность путешествовать абсолютно бесплатно, иметь место в каюте на одного человека, вот на такой круиз поехать. И эти круизы, вот они стоят у нас в кабинете, и вы можете выбирать именно вот эти Dream круизы, когда вы увидите, абсолютно любой. А второй вариант, так, сейчас, секундочку, я его тут не вижу, Второй вариант, если вы, Второй вариант, если вы подключаете 14 человек, новых партнеров-членов, именно в апреле-мае, тогда вы получаете всю каюту бесплатно в подарок, и самое главное, вам нужно также достичь ранг маркетинг-менеджера. А если вы уже являетесь маркетинг-менеджером, спросите вы, сделали вы этот
как статус получили до 1 апреля, что же вам тогда делать? Вам нужно его просто повысить до следующего ранга, до 1 сентября. Я думаю, что понятно, давайте еще раз проговорю. Итак, 7 человек и более до 14 получаете место в каюте и нужно достичь ранг или повысить. 14 человек получаете полностью каюту, 14 человек имейте в виду апрель-май и 7-13 тоже апрель-май. Значит, 14 человек получаете полностью каюту, повышаете свой ранг или становитесь маркетинг-менеджером до 1 сентября, и вы тоже получаете вот такой вот подарок, как круиз. Я думаю, что с этим мы разобрались, и теперь вам осталось действительно зарегистрироваться, зайти в кабинет и посмотреть на те круизы, которые мы вам, или наша компания, мы вам предлагаем, или наша компания может вам подарить, просто сделать подарок. Ну а теперь давайте посмотрим, что же нам делать тем людям, что же делать тем людям, которые не выполнят этот промоушен, что же им достается. А все очень просто. Конечно же, мы вас приглашаем в первую очередь в наш бизнес, потому что компания новая. Сейчас заходить в качестве просто клиента совсем не интересно. Нужно именно воспользоваться этой возможностью. Даже если у вас вы не умеете приглашать никого и никогда не занимались мультилевел маркетинг, и вы не представляете, как вам с кем разговаривать, я вам все равно советую зайти за $295, потому что вас все равно окружают люди, которые ездят в путешествия. Но не верю, что у вас нет таких людей в вашем окружении. Все равно кто-то путешествует. Вам просто нужно им рассказать. Вам их нужно позвать с собой. Вот это самое главное, то, что срабатывает. Вы просто приходите к человеку, говорите, я еду в круиз, вот такой-то, такой-то. Ну, предварительно подберите себе круиз. Вот. И я ищу попутчика, потому что, представляете, какая зависть у человека будет, как это? Его знакомая, которая сроду не знала, что такое круиз, и вдруг приходит и заявляет о том, что она едет в круиз. У него будет просто шок, он начнет вас, из вас вытаскивать ту информацию, которая у вас есть. И вот таким образом... Вам очень спокойно, нужно просто подарить вот ту информацию, которую вы сейчас услышали. Не надо уговаривать людей, наоборот, делать это тайной. Да? Помните, как в детстве играли, да, по поводу тайны? Но это же невозможно, разбирала, как это так. Или если вам скажут, ты, пожалуйста, никому не говори, ну, это уже невозможно, да, удержать язык за зубами. Ну, конечно, когда речь идет о серьезных вещах, это понятно, но я вам просто к примеру говорю, что когда человеку что-то запрещают, да, или не навязывают и не, как сказать, не выливают на него эту информацию, а наоборот ее держат в себе и маленькими порциями выдают, да, вот это вот действительно ценно. Тогда люди будут сами вас требовать, а расскажи, а покажи, а что, а куда ты едешь, а я тоже хочу, а у меня куча знакомых, которые путешествуют, ну и понеслась. То есть будьте просто вот, ну, как сказать, выше, у вас такая информация в руках, у вас просто кладезь, понимаете, просто вот посмотрите на это совершенно с другой стороны, не с той, может быть, с которой вы сейчас смотрите. Теперь партнерство. Партнерство – это вообще фантастика. Я не знаю, как бы... Если бы здесь не было партнерства, я бы все равно была в нашем клубе, я все равно была членом клуба, потому что иметь 50% на круиз – это вообще сказка. Но то, что здесь есть партнерство, возможность зарабатывать на путешествиях, возможность путешествовать абсолютно бесплатно – это же просто вообще фантастика. $195 в год, скажите, разделите на 12 месяцев, это смешные деньги по $15. Где вы найдете бизнес такого порядка, такого уровня? С таким президентом, с такой командой, с таким продуктом, понимаете, который в два раза дешевле, чем то, что рынок предлагает. Где все это можно найти за $195, я просто не знаю. Поэтому это фантастическое предложение, и обязательно его рассмотрите. Ну, конечно, это дело ваше. Вот. Мы уже все хорошо устроились, мягко сказать. Мы уже тут на очередную визу подали документы, да. Мы везем 100 человек, эти 100 человек счастливы, довольны. Поэтому хотите с нами, пожалуйста. Вот. Мы вас с удовольствием приглашаем. Но решение, конечно, за вами. Итак, членство в клубе стоит $100 в месяц, и вы получаете, как я уже сказала, 200 круизных, и на них путешествуете. Если вы хотите просто путешествовать, ради бога, можете заходить просто и копить свои круизные доллары, и, в общем-то, выбор за вами.
Но совет все равно заходить за 295, именно вместе, как членам клуба и партнеру. Теперь давайте уже про деньги. Я думаю, что все заждались. Что же наши партнеры зарабатывают, какие деньги? Ну, во-первых, у нас выплаты мгновенные. Вот, слышали о таких, да, 2 часа буквально, до 24 часов, вот первые 2 часа вы уже зарабатываете деньги. От 2 до 24 часов проходят выплаты в нашей компании. Это фантастика, и вы сразу можете их снимать и пользоваться этими деньгами. У нас очень много людей приходит именно вот из-за этого бонуса. Хотя он, это мизер, да, по сравнению с тем, что я вам дальше скажу. Пассивный доход. Пассивный доход все любят получать. Кто-то покупает квартиры, там, вкладывает деньги огромные, да, для того, чтобы потом сдавать, нервничать, переживать за эту квартиру, выбивать деньги, там, делать ремонты и так далее, находить клиентов, если они уехали неожиданно. В общем, это на самом деле не такой уж и пассивный доход. Это просто работа. Вы купили квартиру, да еще и себя наняли на работу. А здесь у нас реально пассивный доход, мы уезжаем на 3 недели, мы не включаем интернет, мы приезжаем, наши обороты выросли. Где еще такой бизнес, да, когда вы уезжаете, а ваши обороты растут? Обычно все, как правило, растворяется. Да? Вот, лидерство. А лидерство – это лидерский бонус наш, это тот бонус, за которым лично я сюда пришла. Я думаю, что многие люди, ну, можно сказать, половина точно, да, приходят сюда именно благодаря тому, что у нас есть лидерский бонус. И пассивный доход хорошо, лидерский тоже у нас, естественно, пассивный, но он дает вам колоссальные возможности купить недвижимость, купить машины, купить детям своим там квартиры, землю, может быть, переехать в Москву, может быть, переехать за границу, может быть, жить за границей по полгода, там, в Таиланде или в Америке, или еще где-то. Это действительно шикарная возможность поменять кардинально вообще свою жизнь. Это то, что происходит с нами. Итак, мгновенный бонус, давайте его разберем. $50 за первого человека вы получаете, когда приглашаете партнера и члена на 295. За второго получаете 60, за третьего 70, за четвертого 80, за пятого 90, за шестого 100, за седьмого 110, за восьмого 120, за девятого 130, за десятого 150. Ну, первое желание, конечно, все эти цифры сложить, что мы, собственно, и сделали для вас, да, и посмотрите, подключите 10 человек и заработайте $960. В первый месяц работы подключите 10 человек и заработайте $960. Это реально. Если бы это были какие-то сказки, наверное, я бы с такой верностью не говорила. Наши партнеры нам это все больше и больше доказывают, люди приходят и с нуля это все зарабатывают, и это все делают. Буквально 10 и даже 15, и даже 20, и даже 30, я могу сказать. Да? Может быть, не совсем в первую линию, но здесь речь идет о первой линии. Итак, 10 в первую линию, 960 и плюс 300 круизных. Откуда взялись у нас вот эти 300 круизных в подарок? Называются они продюсер бонус. Дело в том, что за каждую тройку ваших клиентов или партнеров клиентов одновременно, ну, член-партнер, вот так будем говорить, или просто член клуба, вам компания дает $100 круизных. Раз у вас 3 тройки, 9 человек, значит, вы и получаете 300 круизных. Ну, не смогли вы 10 пригласить, ничего страшного. Если вы пригласите 6, вы тоже будете в шоколаде. $450 вам хватит на билет. И еще с собой взять, да, то есть билет на самолет купите, еще $200 с собой возьмете, если речь идет о Европе. Даже в Америку билет стоит 450 туда и обратно. Но пока мы не столкнулись, мы не знали об этом. Да, это недорого. Сейчас перелеты настолько дешевые стали, что это стало дешевле, чем вот по России там проехаться. Итак, 6 человек, вы получаете $450 и 200 круизных, потому что у вас 2 тройки. Ну, если вы только-только начинаете вообще, как бы делаете первые шаги в этом бизнесе, вам непонятно, как, кому, чего, куда бежать, кому рассказывать, и пригласите только троих самых близких ваших, да, родственников, может быть, проживающих в одной квартире с вами, и тем не менее получите $180, и 100 круизных вам идет в подарок. Потому что в любом случае
вы тоже будете на них копить деньги, чтобы вам как можно быстрее и лучшую каюту взять, и как бы лайнер подольше, и быстрее-быстрее поехать. Поэтому лично у меня вся семья является членами клуба, вот, и то это очень, так сказать, не так быстро, да, то есть $100 это максимум, это вообще единственный тариф, который у нас можно, у нас нельзя положить 1000, 5000, слава богу, вот, а единый тариф $100, поэтому чем больше членов вашей семьи будет подключено в вашу команду, тем больше семьей вы и поедете, и быстрее накопите. Ну вот как раз тройка, 100 круизных долларов, продюсер бонус, и вот за 3 человека вы получаете 100 круизных долларов. Больше их никаким образом нельзя получить. Их можно получить только пригласив троих, либо оплатив $100. Либо, сейчас мы дойдем до самого интересного, бесплатное членство. Я думаю, я вас уже немножечко зарядила, да, на бесплатное членство, о том, что мы бесплатно ездим в круизы. Такая огромная уже часть людей, больше там 10%, я думаю, уже ездят бесплатно в круизы. Что же это такое? Достаточно пригласить 5 человек, можете даже вот самых близких членов семьи пригласить, и вы уже будете ездить абсолютно бесплатно. 2400 в год, $12 000 за 5 лет. Этих денег вам хватит, чтобы объездить весь мир. Представляете? То есть именно круизные лайнеры дадут вам возможность очень за небольшой срок, там за 5 лет увидеть весь мир. Это вы проедете где-то 100 приблизительно городов, может быть, там 50 стран, а может быть, 70 стран, но этого вот вполне достаточно, да, для того, чтобы действительно понять, что вы смогли это сделать, что вы объездили весь мир. Это же громко звучит, но это вот это факт, и мы этот факт уже, он для нас уже совершается. И мы уже действительно были в таких странах, о которых даже не мечтали до клуба. Теперь о пассивных доходах, как я вам говорила, у нас их два. И первый это, когда вы выходите на бесплатное членство, то есть приглашаете 5 человек, и хотя бы один партнер у вас тоже выходит на бесплатное членство, и тоже он приглашает 5 человек, или вы ему помогаете это сделать. С этого момента у вас открывается пассивный доход, партнерская программа, 5 уровней. Значит, 5 уровней в глубину по $5 с человека. Если у вас, допустим, 100 человек в команде, это $500. Если у вас 1000 человек, это $5000. А если, вот давайте посчитаем, у вас в команде в первой линии 5 человек, и все они у вас партнеры и члены клуба, и все они стремятся к тому, чтобы ездить бесплатно, согласитесь, это сумасшедшая мотивация для человека, не класть $100 и получать 200 круизных каждый месяц, и потом тратить их на круизы, да? Так вот, все эти 5 человек, если вас повторят, у вас во втором поколении будет 25 человек. В третьем поколении у вас будет 125, в четвертом у вас будет 625 и в пятом у вас будет 3125 человек. Запомните эту цифру, 3000 там с лишним человек. Смотрим дальше с вами. Конечно, дальше это лидерский бонус, который мы просто обожаем, за которым приходят самые крупные лидеры к нам, потому что действительно есть за что работать. И те деньги, которые выплачивает компания, ну как бы мало вообще где платят реально. Итак, первый бонус это $500, это автомобильный бонус, car бонус, да, его называют у нас от слова автомобиль, да, на английском car, $500 в месяц. Вы становитесь маркетинг-менеджером, что же вам для этого нужно? Вам нужно всего 30 человек в команде. Не забывайте, что у вас еще и пассивный доход идет, да, $150, и в итоге получаете где-то $650-$750 в месяц на ступени маркетинг-менеджера. Дальше, сеньор маркетинг-менеджер, 100 человек в команде. Это не новых 100 человек, это ваши, те люди, которых вы уже пригласили, та пятерка, да, вот трое из них уже стали маркетинг-менеджером, и вы стали уже сеньором маркетинг-менеджер. Потому что это ваша заслуга, вы этим людям рассказали, вы им показали дорогу, вы с ними работаете, вы их мотивируете, ну и так далее, да. Так вот, ваш доход возрастает и становится $1500 в месяц, это в среднем. Потому что $1000 бонус и $500 пассивный доход по $5, который у нас, да. Маркетинг-директор.
Ну, директор, слово, оно везде, в любой компании, почетно, уважаемое, да, поэтому это то, как бы, к чему нужно стремиться. И сделать это желательно буквально за лето. Потому что лето – это такой период, когда люди действительно расположены к отдыху, понимаете? То есть они раскрыты, им хорошо, они довольны, им солнышко на них влияет, да, на их хорошее настроение. И вот именно летом наш бизнес должен просто взорваться, поэтому ставьте себе планку сразу маркетинг-директор. $2500 в месяц вы получаете бонус. У вас 250 человек в команде. Это не так много. Нужно поработать? Нужно. Никто не говорит, что вы свесите ножки и ничего не будете делать. Уже запнулась. Да? Конечно, поработать придется. Итак, $2500 бонуса, 1250 приблизительно ваш пассивный доход. В итоге будете получать 3750. Могу сказать, что эта цифра точно практически вот соответствует, да, маркетинг-директору. Далее сеньор-маркетинг-директор. $5000 бонус. Какое количество членов клуба в команде? 500 человек всего-навсего. 2500 пассивный доход, да, у вас. И приблизительно ежемесячный доход ваш будет 7,5. Вы понимаете, что я говорю только о пассивном доходе? Это только пассивный доход. Я не говорю о личных приглашениях. У вас их может уже не быть. Поработайте хорошо на старте, сделайте вот этот запуск. Да? Как говорится, ракета 80% топлива тратит на взлете, да, чтобы вырваться вот из атмосферы. Да? И дальше она уже просто парит. Дальше вы действительно будете парить. Поэтому ставьте себе реальные цели. Эти цели можно достичь за полгода однозначно. К 1 сентябрю директором можно стать. Вот, так что директором и даже кто-то, может быть, и сеньором станет. Так что, друзья мои, вперед. Главная цель и самая главная цель должна быть, как сказать, вы должны четко понимать, вам не деньги цель должна быть, а вот что конкретно вы хотите. И еще очень хорошо работает, вот для меня лично, я загадываю, ага, если я вот это сделаю, то я вот стану там, допустим, директором там, или еще кем-то, да. И вот то, что мне очень не хочется делать, я буквально это загадываю, и если я это исполняю, у меня вот так вот и получается. Поэтому самую нелюбимую работу, самое то, что нужно сделать, но вы очень не хотите этого. Вот прям берете и загадываете это, исполняете и увидите, как у вас все получится. Двигаемся дальше по нашей замечательной карьерной ступеньке, по карьерной лестнице на следующую ступеньку. Следующая ступенька, региональный директор, это 1000 человек, это $15000 в месяц. 2000 человек, национальный директор, это $30000 в месяц. 3000 человек, это у нас интернациональный директор, и это $45000 в месяц. 5 лидеров, которые первыми достигнут статуса интернационального директора, получат часы Rolex, ну, стоимость их там несколько тысяч долларов. Вот, поэтому вот стремитесь, друзья мои, особенно обожают у нас часы мужчины, да, в общем, это тот предмет, которым они хвастаются друг перед другом, поэтому очень хотим здесь видеть наших мужчин, они, думаю, этого достойны, ну, и мы тоже должны туда с вами стремиться, во всяком случае. Далее, теперь по поводу обучения в нашей компании, продвижения, то есть каким образом у нас это все происходит. У нас есть очень много хороших инструментов, и именно за это вы платите $195 в год, потому что вы можете пользоваться различными рассылщиками. Рассылщик на Facebook, рассылщик по e-mail, у нас огромное количество адресов, на огромное количество e-mail можете отсылать письма, 175 тысяч, по-моему, в месяц. Ну, просто неограниченный, да, email рассылщик. Далее, все промо-материалы, они все на русском языке, вебинары, тренинги. Сейчас уже сайт на русском языке, все настолько проще стало, чем это было буквально вот до 1 апреля. Сейчас в любом случае придут очень серьезные люди в компанию, и лучше, чтобы эти люди пришли к вам в команду, да. Итак, приложение на телефоне, я вам уже говорила ранее, маркетинговые промо-материалы, видео и так далее, можете пользоваться видеороликами, которые мы уже для вас сделали, приглашать на вебинары. Сама компания приглашает гуру вообще, да,
именно вот тренеров, да, бизнес-тренеров известных. Но, к сожалению, пока это все на английском языке, нам это не совсем доступно. Поэтому мы сами тут на русском языке с вами строим, собственно, вот этот вот тренинговый центр внутри компании, да, такую как бы лидерскую команду. И у нас практически любой человек, который может что-то внести, какой-то вклад, мы с удовольствием как бы будем, примем его, да, в наши ряды. И кто хочет вебинары вести, презентации, кто хочет какую-то тему раскрыть, да, по бизнесу, мы с удовольствием рады, с удовольствием выслушаем и будем рады, да, что у нас такие люди появляются. Так, что еще? Ну, в принципе, все. Да, Аня, вы пришли вовремя. Значит, преимущество нашего бизнеса. Преимущество просто огромное. Первое преимущество – это пассивный ежемесячный доход. Это реально пассивный доход. Еще раз повторю, можете уехать, можете не включать телефон. Ваш доход будет, во-первых, пассивным, во-вторых, он будет расти. Нет никакой инвентаризации. Я работала с продуктом, с косметикой 8 лет. Имела очень много складов. И все это выходили сроки, это все надо было где-то складировать. Это, ну, это бесконечная нервотрепка, это бесконечный вклад обратно туда же, как бы тут взял и другой рукой уже обратно внес. Поэтому это горы косметики, горы продукции, и все эти деньги находятся в товаре. Вот у нас это невозможно. У нас невозможно вложить в товар, да, его там складировать, закупать, ничего невозможно сделать абсолютно. Это просто, это очень здорово. Все деньги до копейки вы выводите на свои карточки. Система у нас вывода Payoneer, если я правильно там говорю, Payoneer, кто как, да. Вот, это действительно одна из лучших платежных систем. Деньги, когда вы проплачиваете в компанию, вы проплачиваете Visa, MasterCard и PayPal, это гарантия того, что действительно вам компания окажет тот продукт, на который вы подписались, да? То есть вы действительно подписались на членство в круизном клубе, это членство вам будет дано, круизные доллары вам будут увеличены, круизы вам будут предоставлены огромное количество, так что, в общем-то, как бы все, что компания обещает, она все исполняет. И действительно, это легко продавать. Это путешествие, это всегда хорошее настроение, это всегда возможность подарить человеку действительно лучшую жизнь, чем он сейчас имеет. Вот это вот для меня, например, самое главное, наверное, потому что я всегда в хорошем настроении нахожусь. Доступный вход $300, это вход вообще просто, ну, минимальный вообще с таким продуктом. Если бы даже, наверное, вы захотели открыть какое-то туристическое агентство с круизами, не с круизами, конечно, вы бы $300 точно бы не обошлись. Инструменты, которые помогают вам, школы у нас проходят, в записи уже очень много, да, мы обучаем людей действительно инструментам, как все это продвигать. Ну и то, что компания придумала продукт, который ниже, чем цена на рынке, да еще почти в два раза, да, там в зависимости от разных моментов, вот это вообще как бы очень-очень здорово. Так, ну, последнее еще раз подытожу, да, что член клуба и партнер 295 вход. Пригласи 5 человек, получи бесплатное членство, начни получать пассивный доход, построй команду, зарабатывай деньги, рекламируя наше замечательное членство, потрясающую бизнес-возможность. Это действительно потрясающая бизнес-возможность. Я туристическое агентство открывала 25 лет назад. Это был город Архангельск, оно называлось у нас Арх-круиз, я понятия не имела, что такое круиз, но почему-то назвала именно круизом, вот, нашу фирму так называемую. Но времена были совсем другие, и, наверное, я всю жизнь искала этот клуб, и фраза президента, что мы ищем тех, кто ищет нас, она меня очень воодушевляет, вдохновляет, дает силы. И как бы даже когда трудно, трудности, конечно, бывают, вот, но она мне очень помогает. Поэтому мы действительно ищем тех, кто искал нас или нас нашли, и мы очень рады. Теперь по поводу круизов и как мы их выбираем. То есть у нас есть дрим-круизы, которыми компания награждает, и у нас есть выбор огромных круизов, 5500, и вы на них накапливаете. Если вы просто член клуба или просто партнер, который не еще является, который не вышел на бесплатное членство, то вы в течение первого года можете использовать до 60% своих круизных долларов.
Можете меньше использовать, можете 60 использовать. Если вам не хватает 5 долларов на круиз, да, то вы можете их доплатить. Но круизов настолько много, что, допустим, если вы копите 5 месяцев, у вас на круизном счете 1000 долларов, да, и вы используете 600, то вы вполне за 600 долларов можете действительно найти очень хороший круиз. Наступает второй год вашего членства, и вы уже можете использовать до 70% на один круиз. Имейте в виду, это не в течение года, а на один круиз. И если вы захотите свои оставшиеся 40% потратить тут же, да, купив второй круиз, то вы сможете это сделать. Опять от этой суммы, от оставшихся 400 долларов, мы с вами опять берем 60%, это будет 240, и покупаем еще небольшой круиз на 3 ночи, например. Потому что если мы с вами летим в Италию, там, в Испанию или еще куда-то, перелет все-таки дорогой, то, конечно, мы постараемся максимально использовать наши круизные доллары. Третий год вы можете уже использовать до 80%, четвертый до 90%, и вот на пятый год вы можете уже использовать все ваши 100%. Но я не думаю, что вы так долго-долго вот таким черепашьим шагом будете идти там до пятого года. Нет, конечно, я думаю, что вы сразу станете и членом клуба, и партнером. Вы сразу же постараетесь пригласить 5 ваших друзей, которые любят путешествовать, или воспользуетесь инструментами для продвижения. Конечно, очень быстро сделаете бесплатное членство, и тогда сразу же 100% с вашего счета можете тратить на круизы. Точно так же наши маркетинг-менеджеры, все у нас, кто выше, точно так же могут тратить 100% своих круизных денег на круизы. Так что есть к чему стремиться, вот, и я не думаю, что это будет каким-то препятствием, если вот, как бы, как сказать, при выборе и при выборе нашей компании, при выборе нашего членства. Это только будет вас мотивировать бежать вперед и делать какие-то шаги, потому что мотивация – это очень-очень серьезный момент. А сейчас в мире развивается очень хорошо, лучше всех, я бы сказала, развивается именно Украина. Почему, как вы думаете? Наверное, потому что там совсем непростое положение. Вот именно они ухватились за вот этот вот продукт, да, казалось бы, где-то идет война, где-то непонятно, что там, да, делается, творится. Вот именно эти люди поверили, что эта компания, этот клуб сможет их привести к лучшей жизни, даст им возможность заработать деньги, даст им возможность, может быть, кто-то хочет там уехать, да, там, ну, это нормально, я думаю. Во всяком случае, у человека должен быть выбор. И действительно, вот такой подъем и взрыв на Украине. Мы восхищаемся украинской командой, и даже ею восхищается президент. Не даже, а тоже. И он 29 апреля приезжает в Киев, он впервые в жизни посетит Киев, так же, как он в октябре был у нас в Питере, да, в России, тоже был впервые вообще в России. Вот сейчас ему предстоит поездка в Киев, и все этого ждут, все этого хотят, потому что планируется огромный зал на 300 человек, и если у вас есть знакомые, друзья в Киеве, если вы сами там живете, ну, я имею в виду не только в Киеве, в Украине, конечно же, обязательно повестите всех. Хотя мне сказали, что билеты уже проданы, но если что, я думаю, что можно будет и постоять ради такого случая, ради действительно такого человека. Но сразу могу вам сказать, что это очень-очень простой человек. Очень простой, обычный и как бы, как сказать, вот это нас просто, ну, настолько покорило, да, что этот человек такой же, он на нашем уровне, он ни на шаг, там, ни на ступеньку не ставит себя выше, он разговаривает так, как будто вы с ним 100 лет знакомы, и это вообще восхищает, хотя, конечно, заслуги этого человека очень большие. Вот. Просто я не хочу делать из него кумира какого-то, там, идола и так далее, но просто имейте в виду, что действительно заслуги очень большие, и одно общение с президентом такого клуба, который все это придумал, воплотил в жизнь, который нашел тех людей, которые это продвигают, а это, наверное, 80% работы, это наша с вами работа, да, продвижение какого-либо продукта, вот, я думаю, что заслуга его просто огромная. Ну вот, как всегда, у нас опять получился длинный вебинар, вот, потому что очень много у нас новшеств, акций, промоушенов всевозможных, каких-то деталей, нюансов, все хотелось вам рассказать. И вот приглашаю вас в наш замечательный клуб. Добро пожаловать в M-Cruises. Спасибо всем. Если есть вопросы, я, конечно, на них